Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И мы с вами сегодня опять смотрим комнатные растения в Краснодаре. И сейчас цветочное место Валерии. Я часто говорю о Лере, потому что в этом году много покупаю ароидных растений, особенно агланем. И практически все мои агланемы куплены у Леры, за небольшим исключением. И сейчас посмотрим, какие же здесь сорта Валерия предлагает покупателям. Вот этот сорт, я не знаю название, но цены Лера у всех сортов подписала, поэтому цену буду показывать. Вот такие кустики. И вот такая бледная расцветка, она может быть из-за того, что не хватает света. Стоит этот же сорт поставить на хорошее освещение, и расцветка сразу становится ярче. Вот здесь, посмотрите, та, которая просто очаровала меня как-то на одной из выставок. Я потом Лере заказала, она мне привезла. Это Red Star. Тоже цены разные, 1200, 1300, 1500 стоят сейчас кустики один за другим. Посмотрите, какой такой ярко-малиновый, просто оглушающий малиновый цвет. Вот я беру кустик за 1300 и посмотрите, что вижу. Тут уже рядом с основным стеблем две растущие детки и две пробившиеся из-под земли. То есть 5 стебельков в скором времени будет. Основной, 2 уже подросших и 2 носа показалось. 1300, красивый кустик. Красивейший кустик. Очень понравилась мне вживую. На съемке она смотрится так бледновато. Я сейчас пробовала ее снимать. Давайте на белой поверхности пола ее снимем, чтобы она была ярче. А вот вживую лист просто перламутровый. Это такой нежно-нежно-розовый цвет. Это гибрид, сказала Лера. Пришел сорт как гибридный. То есть без названия. Вот расцветка нежно-нежно-розовая. С перламутром. 1500 стоит такой сорт. Из новинок. И много агланем вот такого сорта. Это Emerald Grey. Серая, серебристая, с желтой жилочкой. Цены разные. Вот этот кустик стоит 1100. Orange Star. Нежно-абрикосовая верхушка, и потом лист набирает цвет, и она, нижние листья даже похожи на Red Star. Кусты 1500-1800. Такие заметные, красивые сансевьерии. Светлые расцветки. Это похож на монолин, но не буду утверждать. И рядом вот такой, не знаю, что в названии есть, Dragon. Леру, если дождемся, то она нам расскажет, какие это сорта. Ну, цены вот 1600. И вот этот мощный кустик 2500. Монстера. И вот 950 рублей вот такой биркин большой уже. Хрустальный антуриум 2800. Вот такого сорта агланема. И сейчас еще покажем вам, что же стоит на завершении ряда агланем. А вот еще не показывала вот эту агланема. Приглушенные окраски кустик. Там уже, ой, там уже много деточек. Посмотрите, какой 1500. Вот такой. По фигуре похожа на крит, но она с розовинкой. А вот Pink Star.
Вер, а сансивьери, скажи нам сорта. Металлика, Масаняна Дракон и Крега. Крега. Давайте сейчас еще раз покажем. Вот Лера сейчас назвала сорта сансивьери. Это сансивьерия Крега. 1600, огромный куст. Масаняна Драгон. 1600. И Металлика. 2500, огромный куст. Да, есть зеленочки. То есть вот у Леры можно заказать и маленькие деленки. Они, конечно, будут стоить дешевле. Отделены с хорошими корешками. То есть сансивьерии вообще у нас продаются даже без земли, просто деленки. Они хорошо приживаются, как суккуленты. Только если их нельзя поливать после, да, того, после посадки. Ага. Лера говорит, только не поливать сразу после посадки, а выдержать какое-то неделю, время. На целую неделю. Это как, да, минимум. А то есть на месте слома может появиться гниль, чтобы то место, которое, на котором деточка отделилась от материнского растения, чтобы оно зарубцевалась, иначе может появиться гниль. А так это беспроблемное растение. Спокойно можно деленочку покупать. Вот. Ну и тут вот еще такая гибридная гланема, очень насыщенная краски. Сейчас покажу. На солнышке она до черного цвета загорает. Лера говорит, до темного, темного, почти черного цвета с розовым трапом. Да, это красиво, вот, да? Только на фото не так видно. 650 деленочки. Такие вот с хорошими корешками. И вот 650 вот такая. По-моему, жады. Хила Бьюти. 1600. И вот, посмотрите на закусочку. Такой красивый спатифилиум. Огромный. Вот это счастье, да? Называют же его женское счастье. Вот сколько счастья. Гляньте, какие листы огромные. Красивые. Ну, может быть, это сенсация, но не буду утверждать, потому что я знаю, что с крупным листом есть и другие сорта. Но очень красивый такой объемный листик. И вот здесь под сенью широких листов и дальше по ряду у нас суккуленты Ирины Петриченко. Контакты Валерии я напишу в комментариях. Контакты Иры я сейчас покажу вам на визитке. Ну и вот наши суккулентики есть в разных размерах. То есть есть совсем маленькие розеточки. И кто-то любит покупать такие. Есть розеточки покрупнее. Ну и для образца или даже нужно спрашивать. То есть, может быть, и продаются большие розетки. Вот, например, жемчужная хаворция. Посмотрите, каким красивым кустом представлена. И еще одну сейчас чуть попозже вам покажу. Тоже мы с Ирой вчера рассматривали и решили, что она похожа на языки пламени. Даже по цвету сейчас покажем. А до этого покажу вам вот. Ира, вот это что у нас такое? Это хаворция. Это тоже хаворция. Это тоже хаворция, да. Вот от нее, вот так вот я покажу. Ага, название, да. Название хаворция куперипектурата. И вот от нее вот эта деточка. Посмотрите, вот деточка пока неузнаваемая. Пока вот неузнаваемая, она... поэтому привезла показать, да, большую, чтобы... Нет, и хочу сказать, это, Марина, это хаворция Альба. Альба, да. А хаворция жемчужная, то, что... это вот это, ага, вот это, чтобы не вводить в заблуждение. Покажем, да. Вот жемчужная. Вот, ага. Это... вот они, жемчужинки. А предыдущая большая — это Альба. Ира мне поправила. Так, и сейчас еще покажем. А вот это, вот эти наши язычки пламени. Посмотрите, как окрашено красиво. Видно сейчас вот такие основания бордового цвета. Узкие язычки поднимаются вверх и вот заканчивается таким нежным цветоносом. Воздушность кусту придает именно цветонос. Это мы уже вчера на завершении выставки тут разглядывали, сравнивали и представляли себе, как это будет красиво, если она еще больше разрастется.
Вот контакты Иры. Внизу страничка в Инстаграме. И там Ира показывает и свои новинки, и предлагает к продаже наборы растений, срезы с корнями растения. То есть любые можно выбрать. Именно ассортимент посмотрите, выбрать поподробнее в Инстаграме. А вот эту, которая похожа на пламя, это вот продаются деточки, да. Продаются деточки. Что мы еще интересное покажем? Это на кактусы похожие молочаи, да, эуфорби. Ой, красота. На эуфорби можно смотреть, со всех сторон рассматривать и каждый раз, переходя к новому образцу, опять не узнавать в растении эуфорбии, потому что настолько они разные. Много... А, вот еще Ира показывает вот такую, да, эуфорбию. Вот такая интересная. И вот я хочу показать алоэ. Очень красивые алоэ, которые вот с зубчиками. Но сейчас уже зимнее освещение, поэтому нет такой яркости, которая... Да, и на детках не проявляется. Хотя вот у меня... Вчера привлекла просто вот такая деточка. Посмотрите, она даже сейчас с сиреневым оттенком. Красивая очень. И зубчики какие. А детки сколько стоят? Детки по 250. Детки по 250. Ну, вот, вот такие по 250. Вот, вот такой вот, вот весь куст 200 рублей. Одна тут 100 рублей. Такая, конечно, подороже алоэ, которая саванна, которую почему-то все называют хавортия саванна. Да, похоже, потому но что это, по фигуре это похоже. Это не хавортия, да. Это алоэ 100%, оно у меня уже цвело, и как бы да, по да, цветению да. Можно определить 100%, что это алоэ. Да. И вот рядышком еще вот такое. Алоэ интересное. Это тоже алоэ у нас? Это алоэ пепе, оно нарастает очень быстро, активно обрастает детками, и вот именно... Красиво, когда вот большим куртина, кустом, большая да? Куртина, да, очень красиво. Красиво. Вот такая расцветка, посмотрите, как бы... Шоколадный солдат. Да, с шоколадом, действительно, как обжиг, как будто бы. А вот эта красота так ярко раскрашена, да? Да, это красота. Сейчас покажу еще вот это. Ага. С темным оттеночком. И вот красула, посмотрите, какая красула. Вот, кстати, сейчас, если на прохладном... вместе стоят они с хорошим освещением, то как раз в холодную погоду многие суккуленты тоже ярко окрашиваются красиво. Сейчас мы подойдем. Сейчас еще Ира нам показывает интересную. Это эониум. Это эониум, да, санкап, который... Санкап. Он вот такой вот варигатный, вот видно варигатный, хорошо да, да. На розеточке. Да, видно. Но здесь как бы не то, что варигатный лет, а именно вот... Строение куста, да? Строение куста, да, вот такое вот строение куста. Интересное, да, да, да. Ну, не претендуем на бонсай, но стремимся к этому. Но все-таки, да, 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 вот так вот изогнут стволик, интересно. Еще вот такой вот. А вот у нас же вот здесь подсветка. Это у нас киви, да? Это киви, да, как бы самое обычное, но здесь, опять же, формируем. Да, и тоже в жару, получается, киви почти зеленого цвета становится, да, а сейчас показывает сейчас свою расцветку, за что получил свое название. Такое. Вот такой маленький кустик сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей. Эониум 300 рублей. То есть это очень хорошая цена для эониума. А вот это голубая розетка. Вот. Ну, это всем известная лауда. Вот. Посмотрите. Ну вот, вот у нас многие покупатели любят тереть вот листики, да? 450 рублей вот эту огромную розетку. 450 рублей. И вот к вопросу о том, что иногда листочки начинают так тереть. Вот лава вообще прикасаться даже нежелательно, да? Ну да, чтобы тут же остается след от нашего пальца. Вон у меня мои коллекционные экземпляры стоят на самом... дальнем месте, чтобы просто никто не дотянулся, да? Своими ручечками. Никто не дотянулся, чтобы, да. Ну вот и у Иры много красок, как-то одно время я тоже покупала разные сорта, и вот эту в том числе, посмотри. Да, да, сейчас покажу. Вот это прямо голубая тоже у Иры, я такую покупала. Ира, скажи мне еще. Красула Теннели. Теннели, да, там она у меня подписана, мы с Ирой подписали ее даже.
И очень красивая, сейчас, где она? А, вот это. Вот сейчас просто ярких-ярких тонов, она у меня уже подросла, и она вся красная и крапчатая. А этот сорт, что это? Это красная Альба. 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 Интересно, да, хотя она... Почему-то Альба, но она очень красная, и цветет она красными цветами. Но сейчас вот я ее принесла в полный день, и у нее цветочки стали бело-розовыми. Кто-то цвета, наверное, путал, когда называл ее Альбой. Ой, какая красота, посмотрите. Это прелесть какая. Валкенсия. Валкенсия. Да, да, вон она, написано название. Посмотрите, прелесть какая. Крапинку, листики интересные, точечку. Ну, а сейчас они прямо от бордового оттенка, и вот эти белые цветочки, просто прелесть. Движение видно все-таки, вот эту вот. Да, краб точечку, видно, видно. Вот сейчас краб. Я приблизила камеру, краб видно на листиках, очень красиво, да. Ну и вот каланхоя вот такой красивый, да? Да. И, а вот это другой сорт, да? Или тот же? Нет, это другой, другой. Сорт, это который оленьи рожки каланхоя. А, оленьи рожки, ну посмотрите, какие оленьи рожки, с какой окантовочкой красивые. Суккуленты — те растения, возле которых просто можно медитировать, то есть застрять на час в молчании и просто разглядывать, любоваться. Красота, красота просто. А вот еще сейчас покажу. Ой, тут три стоят и все разные, да? Нет, вот эти две одинаковые. Вот покажу вот эту, да. Посмотрите, какая стекляшка. Варигатная? Варигатная у тебя нет? Твоя... Ну, сейчас пока нет варигатной, только есть. Такая. Ага, дома есть. Так они привезешь? Нет, нет, пока нету горняшек. Вот такая еще стеклянная просто. А вот я все время смотрю на вот эту травку, посмотрите, это тоже красула или это седум у нас? Я спрашивала и забыла. Это седум, посмотрите. Вместе с молочаем, кстати. У нас часто так бывает, рядом с одним суккулентом селится сам собой другой суккулент. Седум. Синего цвета, мелкая-мелкая травка. Выглядит как мелкая-мелкая травка. Вот такие интересные суккуленты. А вот у нас еще прямо такие с налетом, сизым налетом. Вот это... Ира, это что? Синецио. Это синецио. Не сизый налет, это такой войлочный слой. А, войлочный слой. Войлочный слой. Интересно, синецио. Вот редко показываем котеледон папилярис. Котеледон. Я бы не узнала в нем котеледон. Капиллярис. Угу. Котеледон капиллярис. Посмотрите. Ира знает все названия. Вот это да, просто энциклопедия. Цветочная энциклопедия. Красота, красота. Ну и тут еще дальше у нас и декоративно-лиственные растения встречаются, и папоротники. Вот здесь есть сингониумы, пеперомия. Спасибо, Ира, за интересные цветочки. Это у нас цветет красула, да? Красула, да. Красула косая, которая... Смотрите, прелесть. А и вот там у нас еще крестатная форма, да? Да. Крестатная форма. Так что контакты Иры я показала. В инстаграме страничка «Смотрите для себя растения». Вот это алоказия. Плотный листик такой красивый. И кустик компактный. Страманта. И разные папоротнички. Самые-самые разные. Вот такой у нас нарядный ряд. Начали мы с ароидных валерии и закончили суккулентами Ирины. Но это еще не все. До новых встреч, друзья!